Проект «Ночь в музее», реализуемый по программе «Рухани» и «Жангыру», продолжили в мемориальном музейном комплексе имени Каныша Сатпаева в Баянауле. В этом году основателю Казахской академии наук, геологу с мировым именем, исполняется 120 лет. По случаю празднования юбилея ученого на его родине стартовал ряд мероприятий. Одно из них – конкурс на лучший видеоролик и научный проект. На суд жюри учащиеся сельской школы выставили 11 работ. В них авторы продемонстрировали достижения своих земляков и поднимали экологические проблемы. По итогам конкурса победителей наградили благодарственными письмами и ценными подарками. На Баянаульской земле родились много видных ученых, и мне сегодня очень приятно видеть, как подрастающее поколение поднимает серьезные проблемы сохранения окружающей среды. Например, по вопросу канала имени Каныша Сатпаева, действительно, школьники задумываются о рациональном использовании его потенциала. Тема моего видеоролика «Лотулга Канышага». В нем я отразила жизнь и научную деятельность Каныша Сатпаева. Это выдающаяся личность. В годы войны именно благодаря его самоотверженному труду в Казгане было открыто богатое месторождение меди. Это был внушительный вклад в приближение победы в Великой Отечественной войне.